Команда Центра дополнительного образования «Алые паруса» разработала автоматическую ленту-счетчик для готовых изделий. Идея ребятам пришла, когда они посещали одно из ульяновских предприятий и заметили, что работники тратят много времени на учет. Механизм работы простой, но эффективный. Изначально нужно установить контейнер. Тут флажок повернул из-за того, что датчик определил наличие контейнера. Потом можно класть на ленту розетки, они будут автоматически проезжать. Также на табло будет выводиться цифра изготовленных розеток. Свое изобретение команда презентовала на Всероссийском конкурсе «Инженерные кадры России», где заняла второе место среди 300 команд со всей страны. Этот конкурс был не просто разработать какую деталь, но сделать полностью конструкторскую документацию. То есть вот к тому, что вы видели, у ребят есть полностью для каждого элемента чертежи, схемы, расчеты и так далее. Сейчас команда активно работает с технологами Ульяновского завода для внедрения своей разработки в производство. Мы совещались с технологами для того, чтобы получить обратную связь на этот проект, доработать его в том или ином виде. Поэтому здесь еще много работы впереди. Думаю, что будем еще встречаться с ребятами. Ленту-счетчик команда Центра «Алые паруса» презентовала и министру просвещения и воспитания Ульяновской области Наталье Семеновой. Также на встрече ребята обсудили с чиновницей дальнейшие перспективы и планы. Очень много проектов запускаем для того, чтобы вырастить из вас инженеров, которые нужны на таких предприятиях. Вы нам здесь нужны. У нас есть политехнический университет, у нас есть классический университет, где есть инженерные специальности. Наградили на встрече и представители ульяновского предприятия. Инженера может вырастить только инженер, считают в министерстве. Поэтому активно ищут производство для сотрудничества по новым проектам. Всероссийская линейка соревнований ИКАР помогает вовлечь детей и подростков в научно-техническое творчество и повысить престиж инженерных профессий. Кроме того, молодежь знакомится с историей ведущих предприятий региона, чтобы осознать, как важно для страны производить отечественную продукцию. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.